приветствую на новом выпуске города в Майнкрафте. Сегодня мы взглянем, как устроен железнодорожный вокзал. На связи диктор Лавченский. Всем приятного просмотра. Первое, что видит каждый приезжающий житель или турист в наш городок, это величественный и просторный, с большой историей, несколько раз перестроен с нуля, центральный вокзал, главные ворота города. Здесь люди встречаются и прощаются, находят друг друга и теряют навсегда. Думаю, многие догадались, откуда я вдохновился этой постройкой. Вот вам реальный прототип. За основу я взял центральный вокзал Киева. В игре он может немного отличаться, но многие элементы жители столицы, думаю, сразу узнают. На подъезде к вокзалу стоит памятник – старый паровоз, символ железнодорожных магистралей нашей вымышленной страны. Перед вокзалом находится вокзальная площадь, транспортная доступность. Конечная остановка трамвая и автобуса. На данный момент локация не застроена. В будущем планируем провести полную застройку квартала. Встречает нас просторный зал. В центре подвешены большие люстры. На стенах висит большое табло с расписанием, прибытием и отправлением поезда. Под ними расположились кассы. В правом крыле на первом этаже находится камера хранения вещей. Бюро находок. Возможно, вы что-то потеряли, и эта вещь может быть здесь. Оператор путей, он же и диспетчер, направляет поезда на нужную платформу. И рядом по соседству диктор объявляет о прибытии поезда или его задержке. ЦУП – Центр управления перевозками. Кабинет начальника вокзала. В конце коридора уборная и пожарный выход. В
в левом крыле небольшой отель для пассажиров. Номера здесь простые, но уютные. Здесь у нас полиция. На втором этаже зал ожидания, совмещен с зоной фудкорта. Чтобы попасть на платформу, можно воспользоваться эскалатором или лестницей. Всего у нас 3 перрона. В дальнейшем, по мере расширения города, появятся и новые, соответственно, перроны. Взглянем на подвижной состав. На первом пути стоит городская электричка. И по соседству междугородний дизель-поезд. Все пути уходят в тоннель. Конечно же, я не забыл. Благодарю за идею нашим зрителям. Надеюсь, выпуск был интересный. Оставляйте свои идеи, что построить, что улучшить, чего не хватает нашему городу. Озвучил для вас видео Лавчуня. Всем аривидерчи!